Хорошо, играем. Мне нравится эта игра. Видишь, как будто Рафаэл. Надыхайся. Аж так засмущалась. Родишь, посмотришь. Единственное, что поярче будет. Привет, я Мотя. Привет, я Мальвина. Привет, я Дарина. Сейчас мы будем играть в «Правду или действие». Здесь есть вопросы провокационные. Мы будем по очереди на них отвечать. Если вы не захотите ответить на какой-то вопрос, ну или я, будем вытягивать отсюда наказание. Если мы будем отвечать 3 раза на вопрос, нам все равно надо будет выбрать черную карточку, и на УЕФА будем выбирать, кто будет наказан. Да, будет наказан. Кто начинает? На УЕФА. А на УЕФА? Да. УЕФА. Блин! Назови 2 недостатка, за которые тебе можно выгнать с проекта. Да-да-да-да. Я дуже емоціональна, вспильчива, і інколи ця емоціональність і вспильчивість прям зашкалює, що я можу забути все і прям пилити. Я можу сильно заметушитися і так само потерятись. І це може мене збити. Метушня и эмоциональность сверху. Тебе не следующая? Нет, ты следующая. А, я следующая. Да. Место, в котором я хочу заняться сексом. Где угодно. Ну-ка. Даже здесь. Все, подходит. А ты не, где не. Хочешь? Я? Да. На крыше какой-то. Нибудь. Главное не на это, чтобы не провалилось. Ну да. А тебя провалится, она да. наступит. А ты да, где? Да. А я же не придумала. Угу. Ну, подумай, что скажешь. Так что я подумаю, на что я час. Назови самый любимый образ из коллекции Демчинского. Ну, Мальвина. Наверное, там есть какая-то кофточка, на которой написано «Дастиш фантастиш». Это моя любимая. Если не знаешь, берешь черную карточку. Наказывай сама себя. Так. Съесть 4 кусочка острого перца. Хорошо, играем. Мне нравится эта игра. Обожаю эту игру, обожаю. Серьезно, обожаю. Ты будешь да. есть ТП? Да ладно. Правда ли действие? Блин. Пожалуйста. Приятного вот кому аппетита. Молоко-то было, девочки. А ты не боишься, что зря начнешь всем огнем? А смотри, какая умная, семечки вытягивает. Ешь так, как есть. Нет, а что? Нет, мы потом семечки вытягнем, посадим себе на грядке. 4 куска у нас есть. Пече? Не. Не? А, ну ты все, нормально. А можно их просто проглотить? Да, глотай, пофиг. 1, 2, 3. Я же не могу глотать. Самое злое. А, ну да, у тебя же паштет есть. У меня начинают дрожать руки. Давай, покажи. Знаешь, как будто Рафаэл. Надыхайся, надыхайся этим. Что ты спотела немножко. Заглотни быстренько. Да, одна, да, одна, да, одна. Ну что, как? Я чувствую себя персонажами с Лунтика. Там тоже они перец хавали, и потом такие же... Слава богу, я такую психоделику не смотрю. Ой, капец. Поживешь, посмотришь. Ну, родишь, посмотришь. Так, все, нормально, да. Дальше я тягну. Да, тягни, тягло. Самый ужасный секс, который у меня был. Расскажи историю. А что рассказывать? Было бы что рассказывать. Самый ужасный секс это тот, которого, не было. Да-да-да. Да. А у тебя? У меня? Я уже начала. Аж так засмущалась, как будто его было много. Ну, даже не знаю, который из них. Какой бы выбрать в этой сотке, да? Как было ужаснее. Не, ну, наверное, когда кто-то был не самый трезвый. Единственное, что поярче будет. Если бы ты могла убрать одного эксперта из проекта, то это бы был бы... Блин, ну я не знаю, кого именно убрать. Вова Демчинского не уберем, только пришел. Соня фотограф, она злая, но она справедливая. Никитюк мне нравится, он бусинка. Алла тоже классная. Я потяну черную карточку. Съесть ложку горчицы. Ну давай, блин, подруга, будем дракончиками, будем тут огнем дышать.
Ты ну, моя... что на меня корни? Че не мои малышка, дети? Малышка, ты в моем давай. Сердце вспышка. Ну, меньше, ты желаешь, я думаю. Давай, давай. Вот, четыре кусочка перца – это норм. А пол ложки горчицы нет? Фу, от капец, от... Ну-ка вкусно. Можно на взрачки посмотреть? Катя, ты глянь, ты жива? Да. Адекватно себе? Да. Да. Нет, можно там... У меня все хорошо, тяни. Расскажи про свой первый поцелуй, с кем, когда и где. Давай. А сейчас романтические истории от Мальвины. Давай. Я была влюблена в парня, на 9 лет старше меня, мне было 13. Он что, педофил? Нет. Тебе 13, на 9 лет старше, он педофил! У нас ничего не было, мы просто поцеловались в машине у моей бабушки. Вообще ничего не было, это не педофилия, согласна. И все, больше ничего не расскажу. Ой, слики, много текста. Перечисли имена всех победителей, топ-модель по-украински и супермодель по-украински. Давай. Значит, первый супермодель сегодня. По-украински. Алена Рубан. Угу. Дальше. Все, закончили. Алина Панюта. Угу. Третий сезон. Маша Гребенюк. Угу. Четвертый сезон. Ты не дивилась? Я знаю победителей. Я не дивилась пятый. Я знаю победителей Самвел и угу. Була Вика. Нет, Вика это финалист. Самвел переміг. Потім п'ятий сезон. Кутішевська. Яна Кутішевська. І шестой сезон Мотя. Красава, мала шанс. А шестой сезон. Я, нет, да. Катя, ти що да, ти брешеш? Я тебе говорю, не брешу. Не вводь в оману глядачів. Ну, посмотрим, вони посмотрим. Тобі вірять, як угу. Не знаю. Ти їх, боже, конечно, дурить вас. Конечно, я побіду всіх тут. Побідю. 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 Мальвіна. Побіжду. Чи хто тягне? Нет, я виграю. Ти тягнеш. Расскажи о парне, который нравится тебе вне проекта. Мне уже никто не нравится. Мне уже нравится больше проект, чем парни. Три белых карточки закончились, разыгрываем на черную. Ой, давайте. УЕФА! 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 Я проиграла? Да. Что там? Что там? Что там? Что там? Проговори на камеру. О, Демчинский, ты ни о чем. Лучше бы Горн вернулся. Позже это видео появится в сторис на новом канале. О, Демчинский, ты ни о чем. Лучше бы Горна вернули. Все, да? Я забыла текст. А, все, все. Давайте, тяните. Кто там был последний? Первый. Давай. А от какого испытания на проекте я бы отказалась? Ну, Мальвина. Я думала дома, что если меня заставят раздеться, то я откажусь. Но нет. Ты не сказала. Я думала, что если меня заставят нырнуть в воду, а я плавать не умею, я откажусь. Но я Но не мы знаю. Еще не ныряли. Но если бы меня заставили насыпать на себя этих опарышей, ну его нафиг. Согласна, это самое жесткое, реально. Короче, я думаю, такая движушка сложилась, что по справедливости ты будешь тянуть черную. Да. Капец. Все, мы так решили, нас мы больше, тяни. Так. Нас больше, мы старше как бы. Так что давай, малыха, тяни. Сделать дурацкое фото, которое появится в инстаграме ТМПУ. Юху! Можете всему ее фотогалерею взять и выставить. Давай, консультант Билайн приветствует. Ну, ні, це не дурацька. А я не знаю, от, що, Гош, ходи, ти сьогодні наша, ти в нас мастер дурацьких фоток, чи хто? Ну, как бы она такая, такой мастер, как из меня фломастер. Ну, ходи, покажи, як мені робити дурацькі фотки. Тебе треба бути просто Гошей. А, подождите, это же ну, я тоже там буду. Не, не, давай, 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 я нормальная, а ты нет. Нет, давай дві дурацькі, ти ж мене учиш. Ну так це ж твоє испытание. Короче, испытание. Гості к чорту, гості, гоша. Господь низу сфоткайся и все, вот так, во, вот это я понимаю. Нет. Да. Некрасивая, типа, некрасивая. Все. Покажись. Ну, ну это получше. Ну это поярче. Вот это. Сейчас. Не дурацка? Вот это нормально. Нет, ждите. Куди ти? Гош! О! Не дурацька? От, от, от. Гоша, ну, хоч чи... похоже. Хоч что-то близько. К дурацькому. Ну что, подводим мы игру к финалу, не раздвигая стол, мы за него не платили.
Мы заканчиваем нашу игру. Раздвигай стол, раздвигай ноги. Заканчиваем нашу игру на этой доброй ноте, на твоей не очень такие дурацкой фотке. И идем куда? Идем пить кофе. Идем пить что-то молочное, сметану. Брака! А зараз брака в студии. Итак, зараз вы наблюдаете сцену насильства. Что ты відбувається, людоньки, спасіть! Я тебя сейчас... Не, просто лишь бы втиснуться еще в какой-нибудь Ты нарушаешь нашу зону комфорта. О, кстати, это можно Это зона комфорта была. Все через отвечаю. Зустрінемось в наступній серії. До свидания. Люблю вас. Пока.